Великий шелковый путь – великое достижение человечества. Связав Запад и Восток во втором веке до нашей эры, он раз и навсегда изменил ход истории. Забытый после 1500 лет использования сегодня, шелковый путь возрождается. И Казахстан, как и прежде, его часть – мост между цивилизациями. Мы побывали в 8 ключевых городах новой торговой дороги, в 6 странах в 2 частях света и готовы рассказать вам о том, что же такое новый шелковый путь, какие удивительные возможности он представляет и почему в каждой стране с востока на запад с нетерпением ждут его открытия. Специальный проект «Вдоль шелкового пути» смотрите на канале 24KZ сегодня в 14:20 и в 21:20.